плохие герои. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Доброе утро, дорогие мои телезрители, рубрика «Кальянный видеоблогинг», с вами канал Владык, я Оверлорд, и пришло время посмотреть, что вышло у российских блогеров за последние недели. Давай мы это, дубль сменим, потому что я просто подохну сейчас. На канале «Любовь, кальянный рок-н-ролл», который идет Трёха, вышел обзор на табак наш. Более подробно в самом видео вы можете наблюдать, как бедного Трёху просто будет разматывать от данного продукта из-за содержания никотина в нем. А также вам в этом обзоре расскажут о дизайне, сырье, о вкусопередаче и о интересных вкусах. Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым. На канале Дава Дым вышло видео по поводу забивки табака Hype Premium, правильной работы с ним. А также у него вышел обзор на набор Vandal Kit и чайную смесь Hype от Hukama. Друзья, всем привет, с вами Юрий Гагарин. На канале Юрия Гагарина будут присутствовать производители или же представители продукции КРАС. Ребята в данном видео обсудят тему коронавируса и какие же будут следующие действия, последствия или же что нас будет ожидать в дальнейшем и кальянную индустрию. На канале Hard Hookah Channel у Дикой Братвы вышел прикольный, информативный и веселый обзор на продукцию The Fuzz. Баня тут не насрал одним словом, поэтому приходи и смотри. Как вы все знаете, мы в последнее время, а именно уже 5 раз, ездили на выставки европейские, зарубежные. На канале Баклада вышло видео более подробно, в котором вам расскажут о выставке Shisha Mess 2020, которая проходила в режиме онлайн. Это прикольная информация о том, что вам более подробно расскажут, как это было, что там проходило, какие стенды были, сколько участвовало российских стендов и европейских. Еще один обзор на продукцию наш, только на канале Димы Густова. Более подробно в самом видео вам расскажут о дизайне банки, о фасовке, о розничной цене, расскажут о крепости и расскажут о вкусах, а также о том, что эта продукция плавно наваливает никотинчиком. Здорово, народ, вы вновь находитесь на канале Geek Hookah. На канале Geek Hookah вышел прикольный обзор на продукцию Шаман. Объясню, что это такое. Это как бы есть капсулы с табачком, которые ложатся в чашку, ставятся сверху их же колодка, потому что Шаман Хука также есть и колодка помимо чашки, и вы смело курите. То есть у вас уже есть готовые миксы, которые спокойно ставятся в эту чашку от их же компании, сверху ставится колодка, вы комфортно, спокойно курите. Также на канале Geek Hookah идет розыгрыш кальяна, поэтому успейте поучаствовать, и возможно вы станете счастливчиками прикольного кальяна. На канале Сугаев Сергея вышли кисло-сладкие разговоры. Более подробно будут брать интервью у владельца сети магазинов Grizzly Shop, также задавать ему прикольные и интересные вопросы, поэтому это очень прикольно и информативно. Всем привет, друзья, вы на канале Hookah Guys. На канале Hookah Guys вышло прикольное видео в плане выборов кальянов в 2020 году, а также он поделится своим мнением по поводу топ кальянов 2020 года. На канале Hookah Time вышло прикольное, интересное видео. Это семейный обзор от Айка и его отца. Более подробно вам расскажут о кальянах Panda Hookah, а также расскажет о пасте Space Small. Сегодня мы с вами приготовим полностью функционирующий, при этом съедобный кальян-торт. И в завершение на канале Crazy Hookah, который ведет дядя Леша, более подробно вам расскажет по поводу, как сделать кальянный торт и чтобы он был съедобный. Это прикольное фановое видео, поэтому кому интересно, переходите. Так что, мои дорогие телезрители, с вами была рубрика «Кальянный видеоблогинг», канал Владык, с вами Оверлорд. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и всем пока-пока.